У сотрудников наркополиции новый улов. В Вичуге они пресекли преступную деятельность цыганского барона. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий удалось задержать группу из 4 цыган. Никто из них не работал. Задержанные занимались оптовыми поставками и распространением наркотических средств на территории области, имели криминальные связи и в других регионах страны. Жили наркоторговцы не бедно. При обыске в коттедже, помимо дорогой кожаной мебели и антиквариата, оперативно-следственная группа обнаружила норковые шубы, золотые украшения, травматический пистолет с патронами и героин общей массы около 1,5 килограммов. Возбуждено уголовное дело. Все фигуранты арестованы и помещены в следственный изолятор.